Друзья, всем привет! Собираюсь сегодня садить вот этих гурами двухточечных на нерест. Смотрю, он уже здесь, видите, в углу начал внизу строить. Мы его осадим отдельно. Вот в этот аквариум, в котором были мальки гурамычей. Мальков я отсюда его перевел в этот аквариум, как вы помните. Считал, я считал, в общем, сбился со счету. И здесь чуть больше сотни. Фильтр вот этот акваэлевский я отсюда его уберу. От него толку мало, когда рыбы много. Поставлю вот такой помпочку. Здесь грунт остается. Я уже привык нерестить рыбку с грунтом. Потому что, когда личинка становится мальком, малек постоянно что-то ищет в этих камушках. Может быть, какая-то инфузория. Возможно, есть там и аллофорус. Кстати, замечал аллофорус в камнях, в грунте. Также установил аэрлифт и поставил водонагреватель. Водонагреватель у меня отрегулирован на температуру 28 градусов. Здесь же плавает рогалистник. Это для того, чтобы самцу можно было строить гнездо. Аэрлифт я сейчас включать не буду. Аэрлифт у нас включится после того, как рыбка отнерестится. Рыбка отнерестилась. Проклюнулась личинка. Самца убираем. Сразу же после нереста убираю самку. Вот. Самца убрали. И уже после этого включаем легкую продувку. Я делаю именно так. Вот. Ну что ж, сейчас надо будет отловить самца и потом самку. Кстати, хочу обратить внимание, что вода одинаковой температуры, что в этом аквариуме, что в этом аквариуме. Здесь температуру воды поднимают только после того, как помещаю родителей сюда. Хотя бывало такое, что родителей помещал, самец строил здесь гнездо при температуре 24 градуса, но правда... Проклев личинки был намного позже, чем обычно. Так, друзья, буду отлавливать. Многие, кстати, могут сказать, что ай да ну нафиг, как возможно, что гурами нерестится при 24 градусах, когда для стимуляции нужно поднять температуру на пару градусов выше. Да вот реально, пример. Смотрите, 24 градуса. Пожалуйста, самец построил гнездо. Вот, и уже это у меня замечалось неоднократно. Ну, конечно же, здесь я сейчас в любом случае включу температуру повышу. Ну, еще хочу добавить, что у меня всегда стоит здесь грот. Это для того, чтобы самочка могла прятаться от самца. Потому что, когда пройдет уже нерест, самец начнет гонять самку. А самочку очень жалко, потому что он ей... обрывает плавники и обрывает, в общем, очень сильно. Что ж, друзья, включаем обогреватель. Ну вот, включил обогреватель. Пошла подниматься температурка. Ну и будем ждать, конечно, нереста. В принципе, возможно, даже и сейчас включу легкую продувочку на аэрлифт. Включил я, друзья, все-таки такую легенькую продувочку. Пусть будет, одно другому не помешает. Как видите, сильного течения не создает. Рогалистник стоит на месте. Рыбка уже играет. Самец, обратил внимание, пытается уже строить гнездо. В общем, ждем нереста. Да, друзья, отловил я самку из нерестовика. В общем, ждал и ждал, что отнерестится, но, увы, самочка так и не отнерестилась. Давай, сколько мусора. Пусть погуляет еще. Держать ее, насильничать мы не будем. Вот недельку она у меня побыла в нерестовике. Больше я ее держать не стану. В общем, была она пузатенькая, очень пузатенькая. Оказывается, вот видите, как бывает. Прокакалась и похудела.
Вот, пусть приходит в себя, сейчас оклемается, поиграет с самцом какое-то время, потом попробуем посадить ее на нерест еще раз. Кстати, ни разу не пробовал нерестить рыбку диким способом, поэтому планирую попробовать нерестить меченосца диким способом. Сейчас убираю фильтр от мальков гурами, бросим его в ведро. В общем, как я и говорил, для небольшого количества рыбки этот фильтр вполне нормальный, хороший, эффективный. Но когда большое количество малька, малек растет, то такой фильтр малоэффективен. Даже несмотря на то, что сейчас установлю вот этот акваэль под мини, то есть от него эффекта намного больше, чем от акваэля Fan 1. Вот таким вот образом. Сейчас мы его установим. Хочу сюда приобрести более эффектный фильтр. Вот. По производительности, который будет больше. Ну и, соответственно, фильтровочный материал тоже будет пообъемней. А так вот этот материал приходится промывать иногда два раза в неделю. Ну и на этом, друзья, у меня как бы все. Будем с вами прощаться. Ждем результата нереста. Вот они, наши красавцы. Ну и всем пока. До новых встреч, новых видео.